есть набор в ассортименте. Я достану, покажу. Ну, морс, какой морс? Вот 30 дня, какой у него срок годности? Какой срок годности? Там посвежее без даты. Ну а срок годности какой? 7 дней. Вообще даже можно и больше на 2 дня. 7 дней, значит, 30-е, 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е был последний день. Нет, 7 дней. Ну если 7 дней, сегодня 8-е. Дают нам. Сегодня 8-е. 30-го днем. Хорошо, 7 дней, сколько получается? Половину. 7 дней, сколько это получается? Ну, говорите, 7 дней срок годности. Сегодня 8 число. Сегодня 8 число. Ну, просроченное? Нет, не просроченное. 2 дня еще он... Вы говорите, 7 дней. Как это 2 дня сегодня 8? Изготовлено 30-го. Срок годности 7 дней. Как это 8 у нас свежий? Какого? 30-го. Он маленький. Один он там остался, получается. Я вынесла. Ну, считай, первое, второе. Я даже не успела наклеить еще. Нет, уже одна. 7-й, 8-й. Сегодня почему? Так сколько дней? Срок годности-то сколько? 7 дней. Так 7, почему у вас 8 последний день? Мы даем вечером. Хорошо, сегодня 8. Сегодня 8 число. Как у вас получается 8 последний день? И срок годности 7. 0 плюс 7, сколько будет? У меня вынесены свежие морсы, еще не пропечатанные они. Один остался, мне некогда, понимаете, я тут одна штучка. Но да, они три ли? Три от 30-го. Ну, три штуки. Ну, три штуки от 30-го. Срок годности 7 дней. Ну, а сегодня 8. Ну, 8. Нам выносят их не с утра. Вы понимаете, что это не будет вам ровно в такое время? Или время? Знаете, вот хочется сказать, тупой еще тупее. 7 дней, а сегодня 8. Вы не хотите поработать, пойти? Они нет, я хочу, чтобы вы говном не торговали. Говном тут да. Никто не торгует. Но это просроченное. Мы сами, у нас а вы нет за это... такого проблем со списанием. Нет, видимо, есть. Со списанием. Может... Понимаете, у нас начальство не рнут. Если я не успела их сегодня снять и не промерковать, еще вот, дали мне кучу морсов, у меня тут беготня, люди, и выставлять товар. Я еще не промаркировала эти и не сняла эти. Если люди что-то спрашивают, конечно, мы, кто-то может и не брать, они видят, не берут. Они не знают, до какого, сколько, вы говорите, 7 суток, 30-е, изготовлено 30-е. Спроси вообще, что это такое? А, да, что это такое вообще? Это черная смородина. Как это узнать-то? Состав, где состав? У нас нету, ну, начальства, все вопросы к начальству. Что какого начальства? Вы продавец, вы что-то сделали? Я продавец, а мне что-то дали, какие-то лейбы писать или что-то. Извините, он погадит в пакет, вам даст, вы поставите, будете продавать. У нас все производство делается. Девушка, больным с сахарным диабетом можно это пить? Нет, сахар есть. Как я могу это узнать? Пойдите, состав какой данного морса? Ребят, блогерство ваше, честное слово. Тут бабы я работают, вам задал конкретный вопрос. Можно работают, при болезни а сахарным диабетом пить? Позорище. Вот честно. Вам позорище. Нам не позорище. Когда изготовлено? Вчера хлеб изготовили. Где маркировка? У нас тут этого нет. Нету? Все у нас на списание идет, все это знают. Так списывайте. Люди берут, не, ну, кто знает уже все. У нас другая система. Не надо нас брать, как большой магазин. Деревянный хлеб, если я, конечно, кто его возьмет? Потрогали и нахрен выкинули. Скидка 30% на просроченный хлеб. Да, до вечера мы торгуем. Почему? До часу вчера. Ну, я считаю, что это 10 дней назад изготовлено. Ну, вы считаете. Ну, докажите мне обратно. У нас, если есть списание, у нас на производство делается. Да, конечно, у вас есть. Здесь, где маркировка? Нету маркировки. Почему? Слушай, ну, мужики взрослые, занимаются какой-то... Ну, вы работаете не в соответствии с законом. У вас свои тут правила? У вас какие законы? Вы законы Российской Федерации. Хотите нормально деньги? Идите вот, побудьте грузчиками. Понимаете? А что вы грузчиками не работаете? Бабы работают, понимаете? Ну, а бабы... вы ходите хи-хи-хи, ха-ха-ха. Почему вы здесь не успели? Я здесь не успели. Да. Может быть, надо дома сидеть? Вот не стыдно вообще стоять. Вам не стыдно торговать просрочкой? Вам не стыдно? Это не просроченный товар. Мы его списываем. У нас есть огромные списания на суммы. Реально, каждый день мы списываем. 30-го вот, изготовлено, 7 дней срок годности. Снято, вот списано, блядь, внизу. Так, мат уже, предупреждаем. Еще один мат и будет вам. Мне не нравится вам товар. Отдайте. Мне не нравится, что вы на двое суток просрочен торгуете. И мы дадим вам другой. Зачем двое суток. Это двое. Ваше предположение, двое суток. Да вы сами сказали, 7 суток срок годности. 30-го изготовлено, считаем, 30-е, еще 6 дней. А сегодня 8-е. Верните.
Верните обратно, мы вам дадим свежие. Все убирайте. Люди видят. Что видят? Я не вижу. Ну что, они не видят, что? А я вам не верю. А это как хорошо, когда изготовлено это? Я вам сказала, что не успела промаркировать вам, чтобы вы... Так изготовлено когда? Выпечка выкладывать, у меня люди идут. Третий раз повторяю вопрос, когда это изготовлено? Сегодня выдали мост. Не верю. А сколько часов ты выдала? Докажите. Ну я пришла, она уже не поставила. Утром. Мы с 9 открылись, где-то 8:30 она мне сюда поставила мост, чтобы я продавала. Докажите, что оно сегодня сделано. Кто вам привозит? Мы сами варим. Здесь варят, производство здесь у нас. Вы изготовитель, правильно я вас понимаю? Изготовитель это там другая. Но мы можем узнать состав данного продукта? Конечно. Ну как узнать? Ну покажите маркировку. Тебе должно быть морс. На морсах нет. Сахар. Я вам скажу, что... Нет, нам надо... Сахар. Мы вам не верим. Документально. Документально. Смотри, вот я сахар не ем вообще. Вообще, понимаете? Вот если я сейчас попью ну, это если вам... если вы не едите сахар... Значит... Вот я вас спрашиваю, вы мне говорите, нельзя я тем... Я сказала, это, промаркировать там, я не знаю, прочитать, что там. Ну что, сниму это все сюда, поставлю. Да, снимай. Что нельзя снимать, нельзя здесь снимать. Почему? А почему нельзя-то? Вас что больше раздражает, то, что мы блогерством занимаемся, или то, что у вас товары не соответствуют требованиям законодательства? Не снимают здесь, здесь нельзя снимать. Некачественный, опасный товар в соответствии с правилами торговли. Чего не спросите у мужчины документы? У мужчины попросите документы. Давайте телефончик, я позвоню. Вот, замечательная бутылочка. Она просрочилась, ее этикеточку сняли и благополучно торгуют. Не просрочилась. 14.07. Какой срок годности? Вообще неизвестно. Девушка, ну вы вызовите руководителя, либо дайте телефон или что-то там. Да, сейчас я вам дам телефон, позвоните, давайте. Это что, ИП, это организация, что это? ИП. Ну так тем более позовите его, вызовите непосредственно. Юля, звони Жене. Может, полицию лучше вызовите? Напишите на нас заявление. А что? Кому? Давайте представим, кому и какие документы. Да, каким документам? Сейчас вот заведующая приедет. Так, документы какие? Позвоните заведующей. Ну, такая, вот такая странная. Дайте документы. Какие? Какие? А кто вы такие? Ну какие документы? Какие вам документы нужны? А вы от меня что хотите? Вы же хотите от нас документы. Мы сняли продукцию, которую я не успела промаркировать сегодня. Я тут одна. Нет, она давно стоит уже. Хорошо. Покажите мне, пожалуйста. А откуда вы знаете, что он давно? Вот, вот эту. Это вы сами готовите? Да, это привозят нам. Вы говорите, сами готовите. Тут вам уже привозят. Какие умные, блядь. Вы отказываетесь? Да не ругайтесь, девушка. Это третий мат. Сейчас полиция приедет и вас оформим. Будете платить штраф за мат в общественном месте. Мужчина, а кто вы мне покажите, как покупателю, покажите, вы отказываете меня обслуживать сейчас или как? Мужчина, а вы кто такой? Покажите, пожалуйста. Я покупатель. Какой вам документ нужен, я не могу понять. Ну а что вы проблема? А что вы сделали? Вот я что-то не могу понять. Вы вообще как адекватный? По доставанию морса у меня вообще. Снимают на камеру. Документов не показывают. Да вы не просите какие? Мне сказали вызвать полицию. Вы отказываетесь обслуживать меня? Что это? Когда это? С чем это? О, это деревянное. Оно и должно быть деревянное. Оно должно быть мягкое. Мне говорят, начальство вызывать полицию, она не хочет вызывать полицию. Интересно. А зачем тогда нам звонить? Вы не слушаете свое руководство, вам сказали полицию вызвать. А, то есть плевать на руководство. Да? Плевать вам на них? А, ну, я думаю, они посмотрят с удовольствием ролик, посмотрят, как вы плюете на них. Вы так всех за дураков считаете? Настолько? Ну как? Если бы я считала за дураков, я бы отклеила, переклеила на себя. Даже можно побыть. Ну вы хоть... успеваю, вот могли бы помогать? На два дня вы не успели снять, за два дня. На какие два дня? Я вчера не работала, а сегодня вышла, вот сразу булки выставляю, морсы выставляю. Не открывайте магазин, пока просрочку не снимите. Нет просрочки, нет... Так... Она говорит, так вызывайте, вызывайте, в чем проблема? Сразу оформим вас на 300 тысяч. Да. Есть нарушение с нашей стороны, мы, значит,
Уточни. Слово не вставил. Мне продавцов и работников не надо. Вы дослушайте хотя бы мне слово-то вставить. Раз вы знаете, что это нарушение, значит убирайте с реализации. Они ставят это назад. Я не позволяю. Убирайте с реализации, пока у вас не будет нормальной маркировки, соответственно, с техническим регламентом Таможенного союза, вы знаете, какая она должна быть. Состав. Да я это понимаю. Замечательно. Но мне, как они сказали, что вы пришли, все вытаскиваете, выбрасываете. Нет, вас обманывают. Да. Ну, не знаю. Открывай. У вас, наверное, может, камер, нету камер. Ну, вы у нас сегодня в интернете, на YouTube-канале, вы посмотрите. Что? Убирайте. Никогда, мы работаем. Убирайте с реализации, не выставляйте назад, и все будет нормально. Ребята, без маркировки ничего не должно быть в свободном. Если он... ну, вы согласны убрать это все, пока не устраните нарушение? Вы не маркируете какую-то ляпку непонятную делаете. Ляпку непонятную теперь я делаю. А как маркировать товар? Ляпку я делаю, леплю. Ну. Так у нас есть липки, нам. Ты про технический регламент сказал, номер какой, пускай почитают, статья 4. Не-не-не, подожди, технический регламент Таможенного союза. 022-2011. Послушайте, 022-2011. Ну, ей пофигу. Статья 4, там все написано, что должно быть написано. Я же сказал про маркировку. Она говорит... с телефонами, а мне одной тут некогда. Помогите промаркировать, и будет. Да вы не сможете сейчас промаркировать. У вас нету маркировки. Просто снимите с продажи. Что именно, как я могу еще маркировать? Вот это. Ну, на компьютере распечатаете и приклеите, все. Вот я клею, а вы опять убираете. Ну, потому что требования есть определенные к маркировке. Там должна быть определенная информация. Да, поэтому говорим, просто снимите с продажи, сделайте, приклеите, выставите. Ну, все, не надо обратно ставить. Так я ее приклеила, ставлю. Но вы приклеили просто дату, предположительно. Срок годности. Где срок годности? Что такое? Срок годности. Либо убирайте, либо полиция приедет, 300 тысяч штраф будет. Убирайте. Ладно, уберем пока. Да, вам говорят, уберите. Вот именно. Вам-то зачем проблемы? Делает какие-то... Ровно 2 часа прошло, как мы вызвали полицию. А куда вы делаете? Да не переживайте, вы видите, вы хорошо себя... Я не курю. Я бросил. А я не курю, но захотелось. Может, более интересного захотелось? Не, вам. Я вам сейчас скажу, значит, пишите, буковка Т большая. По-русски Т. Потом Р, пробел, Т большая, С, потом 022, дробь, 2011. Вот в Ютубе, это в Ютубе говорю, в Яндексе ведете, вот эти параметры, это технический регламент Таможенного союза. В отношении маркировки. Вот там в статье 4 все четко-четко прописано, что должно быть указано на продуктах, которые вы выставляете на продажу. Дата производства, срок годности, состав, там, БЖИ, то есть белки, жиры, углеводы. Вот это все должно быть. Срок годности и так далее. Вот без этого торговать нельзя. То есть еще статья 5. Ну, короче, есть закон о защите прав потребителей, статья 5, но я думаю, это вам не надо говорить, вы там сами поймете. Ну, вот технический регламент, вот его изучите. Все, всего хорошего, до свидания. Все, исправляйте, скоро проверим. Угу.